сегодня, 13 апреля, 70 лет освобождения города Симферополя. И к этой дате было приурочено чествование полка самообороны, людей, которые вышли по зову сердца на защиту Крыма от посягательства незаконной киевской власти. Вы знаете, что они пытались захватить Крым всяческими силами. Люди сплотились 23 февраля здесь, на каких-то стенах образовался у нас первый Крымский сводный полк народной самообороны. И сегодня вот крымское правительство вручило нам такие памятные медали за защиту Крыма. Спасибо вам большое. Специально для krym.ru.